Ну, где враги? Вот враги. Hey, you know what book I'm reading there? It's called 101 Ways to Forcibly Get Vandals to Their Own Entrails. I'll let you borrow it sometime. Надо, блин, пистолет мой брать. И идти. Вот так вот всех тут расстреливать. Или, может быть, даже дробовик надо было. Да ради бога, мне тут не страшно, пока есть вы, пацаны, мне даже умереть не страшно. Так, с этой стороны. Да, вижу врагов. Больше. Оу-оу-оу-оу. Так, вот это уже да. Это посерьезнее. Не-не-не, он еще не хэви дэмидж. Не надо меня так пугать. Ладно. Ну, 4, давай. Отлично. Отлично, и есть контакт. Ах, еще один. Давай. Отлично, еще и левел подняли. Здорово. Но все-таки, да, конструктору урон нанесли. Он такой уже маленький, в принципе. А, по-моему, еще и... Ах. Нет, ну это все, это да. Если у нас тут есть строитель, то это... Это все. Это конец. Конец. Давай, быстрее. Отлично. Все, патроны закончились. Ну, теперь. Ладно. Ну, этот квест мы не выполнили уже, да. Даже я не вижу смысла его продолжать. Потому что надзирателю все хуже и хуже становится. Еще две статуи он не протянет. Ладно, тогда мы поднимем уровень. Уровень, говорю, поднимем вот здесь вот, да. Еще больше урона от электричества. А здесь в ближнем бою подзарядка, максимальный уровень здоровья. Неплохо. Шанс временного стихийного урона тоже неплохо. И давайте тогда... Регион, статус, сложность, нормально. Где наш... Вот. Пойдем искать место, где можно убить Джека. Хотя нам по дороге с тобой, да, вроде бы? Прыгай. А, я знаю. Констрактор уже, все, каюк. Настал. Сейчас, если еще другой конструктор придет сюда, то это все будет. Его просто сзади приходят и в задницу тычет. Ох, еще. Такой вот пришел товарищ, который нам не товарищ, на тебе в глазик, много раз тебе в глазик. Ну ничего, так получилось, по-моему, знатно, быстро и эффективно. Так. Еще враги? Где? Там с ними уже разберутся. Хотя нет, тут еще один товарищ, с которым стоит разобраться, да? Третью статую мы тоже раздолбали. Ох. Да вы что, конструктор has been damaged. Я has been damaged, и все. Три. А, нету. Да, я понял, что ты empty. Но мне от этого не холодно и не жарко. Нет, мне надоело умирать уже в этой серии. Все, надо идти по сюжетке, не морочить голову. Да уж. Как мне зайти сюда? Как?
Да давай, взрывайся уже, все. Нет, еще ты еще живой. Удивительно, просто удивительно. Так, тихо, тихо. Тихо, подожди, дружок. На тебе одну ручечку отломаем. Оу, еще раз меня убили, да? Гениально. Гениально. Все. Это просто привет. На. Самое интересное, что да, сейчас я воскрешусь, и у него будет обе руки. Да уж. Без гранатомета просто никуда. Снайперка моя, хоть и здоровенная такая, но... Как по мне так... мы можем, да, сейчас мы... у него одна рука осталась. Всего лишь навсего. Сейчас мы ее отстреляем. Отстреляли, все, уже не так и страшно. Вроде бы. Эй, постой, подожди, куда мне стрелять в тебя? Куда? Давай. Оп, эй. Что-то урона немного совсем. На тебе гранату. Промазал, да, еще? Ну, должна быть. Да, 300 урона нанесли ему. 900 и еще 900, говорю. На тебе еще гранату. Я не знаю, просто вообще. Блин, еще даже это вызвал вместо того, чтобы гранату кинуть. Ладно, ничего не поделать. Давай его сжигать. Супер безбашенный грузчик. Это вообще жесткач. Я надеюсь, себя сейчас эпиков навыпадает. Просто целая куча. О, как минимум мы идем. Это уже радует. Да, целая одна штучка. Устойчивость к огню. И не... устойчивость к нестихийному урону. Но это неплохо. Неплохо, я вам скажу. Ты тоже решил... О, мы еще одну? Опа. Вот это реально просто... Я не знаю, наверное, из-за того, что меня как раз не было, они и... Нажать кнопку танца? Я не хочу идти нажимать кнопку танца. Мне почему-то кажется, что уже у меня не получится. Так, а ну-ка, давайте попробуем, я не знаю. Так, как тут выбрать этот квест? Регион. Икона борчества, да? Нажать кнопку танца. Это кнопка самоуничтожения, я знаю. И у нас там еще один строитель, да? Я понял. Ладно, подожди, дружок. Стоп. Вот то вот строитель. Кнопочку танца. Ну-ка. Я уйду, можно я уйду отсюда? Да, он взорвался, честно. Так. Строитель простой. В принципе, его будет... Оп. Не так проблематично убить. Сейчас вот он. Ну, ладно, мы вызовем робота, так быстрее будет. Правильно, давай. Оу, еще и... Да, еще и вот этот вот товарищ там. Даже обычного строителя весьма тяжело убить, но это капец какой-то. Надо точно или новое оружие какое-то искать себе, новую снайперку, которая бы не по 2000 сносила, а
по 5, по 10, я не знаю, хотя бы. Давай уже, давай. Добили? Добили. Что-то на мехромантку тоже. Отлично. Улетел? Нет, не улетел. Тебя все равно. Так, а ну-ка, стоп. Давайте сейчас попробуем коррозийным уроном пострелять. У меня есть что-то коррозийное? У меня, наверное, нету ничего коррозийного. Взрывы, взрывы. Да. Кстати, давайте поменяем. 100-300. На тебе еще взрывом. Вот, все, мы тебя добили. Добили, отлично. Осталось турельку добить. И можно посмотреть, что у нас там. Турелька, это не страшно. Да, что у нас тут интересного есть. Окей, у нас пистолет с каким-то неинтересным уроном. А это у нас что? 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 Это, блин, третий квест какой-то здесь, да? Убить инженеров. Задание выполнено. Окей. Ладно. Что происходит? Что это вообще за квест такой у меня сейчас идет? О, еще 2 очка безопасности. Меткость. Критический урон. Отлично. Что это за квест такой? Ладно, я сейчас, может быть, и не увижу. Мы тут, да, бомбы собираем и размещаем. Это то, что тот квест, который мне сирена дала, как я понимаю. Но это не то, что нам нужно. Нам сейчас нужно все-таки пойти по сюжетке. Хотя, хотя перспективы убить прораба. Строительство, сорвать строительство арены. Тоже неплохо. Взять приманки для инспекторов. Дождаться уничтожения крана. Выполнено. Приманки я не взял. Ладно. Ну, можно. Давайте, давайте поделаем все квестики. Наверное, тогда серию я просто разделю на несколько частей. Раз она получается у нас такая длинненькая. Убить прораба, да? У меня толкают, гады. Давай, 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 побежали, побежали. Ну, вообще здорово, что мы тот квест выполнили. Я, честно, просто не ожидал даже. Так. Да, кстати, здесь я, ребята, не был, по-моему, таки. Я не убивал тут никаких прорабов. Куда? Сюда? Что ли, куда-то? В прошлый раз, когда я играл, я все эти квесты уже пропустил. Да нет, тут вроде никого нету. Любовь за любовь. Военный инженер. На тебе. Один выстрел, один труп. И на тебе. На тебе гранаты. Тысячи урона идут по этим товарищам. По гуманоидам. Прораб, ты где? Где мне искать тебя? Турель? Турель, этого нету. Удивительно. Удивительно. А, это инженеры турель ставят, да? Я раз вижу. А, вот, вот у нас, собственно, прораб. Ладно, я тебя так издалека расстреляю. Че дело-то? Бандиты мы такие. Давай, добей меня, добей. Молодец, молодец. А я тебя добью. Постой, постой, дружок, постой. Ты что, убежать решил, а? О, он бросил ключ. Восстановление навыка. 10%. Сколько денег? Сколько денег? 300 денег, ладно. Нет. Так, и открыть контейнер. Ладно, каждый контейнер должен что-то открыть. Ау, патроны закончились. Вот это неожиданно. Ну, тогда пойдем в конец стройки и посмотрим, что у нас. Вниз, вверх, вниз, вверх. Нет, сюда, наверное.
Да, вот. А ну-ка. Сейчас кто-то не очень добрый отсюда вылезет. С той стороны открылся, что ли? Нет. Дверка не открылась, а нет, открылась. Сейчас меня заберут, по-моему. Что это? Я понял. Давай. Точно, этот квест я не делал. Окей. Забрать взрывчатку и разместить взрывчатку. Окей, сейчас пойдем все разнесем к чертям. Блин. Это очень нехорошо, я даже не знаю. Как бы мне так, я не знаю, уйти отсюда живым. Тоже не получится живым уйти. Да, урона нету. Тут патронов тоже нету. И взорвать вас, короче, нечем просто. Ну ладно. Главное, что мы часть квеста сделали. Блин, как я часто умираю, а? Мы здоровы и бодры. Так, хорошо. Вот эту штуку я еще не открыл, да, по-моему? Респаун. Нет, открыл. Ладно. Ох-ох-ох. Бабла сколько забирают-то, а? Так, всем. Как бы нам туда пробраться и взорвать всю эту площадку вместе с тем долбаным строителем, который меня только что убил. А, вот мы, собственно, пришли, да? Оп. А, мы ее затопим. Не просто ее взорвем. Ага. Да, сюда? Можно пройти? Нет? Нет, сюда нельзя пройти, ладно. Эй, мы успели? Я надеюсь. Ха! Мокси мстит тебя. Отлично. Сделали еще один квестик. И у нас еще один есть здесь квест, да? Перспектива. Так. Пом-пом-пом-пом-пом. Любительское видео. Приманки для инспекторов. Окей, пойдем. Приманки для инспекторов поищем, что ли. Нам-то больше ничего не остается делать. Мы маленькие, слабенькие, нас все тут просто щемят. Каждый строитель и грузчик. Поэтому, блин, будем. Воу-воу-воу, сколько вас тут сразу со всех сторон. Есть патроны уже? Есть? О, нафиг. Пойду отсюда. Страшно убивают. Помогите. Труханит его. Температура, наверное. О, со щитом мы таких не пробиваем, ребят. Так. Блин, и хп мало уже осталось. Сейчас меня где-то кто-то стрельнет издалека, и все, я не смогу отбиться. Хотя щит восстанавливается уже хорошо. Так, глянем-ка, что у нас тут за щиты. Ерунда. Одна ерунда. Ничего вообще интересного нет. Вот это вот все тоже продаем. Зеленых оружий мне не нужно, таких бесполезных. Вот гранатомет, разве что это мой, да. Устойчивость к огню, это мы оставим. Штурмовая винтовка. Меньше, легче, быстрее. Емкость магазина. У нас нету штурмовой винтовки. Тоже нам не надо. Это половина лучше. Тоже нам не надо. Все. Стоп. Или не все. Ну-ка. Ага. Еще целая куча щитов у меня, да, ну, эти щиты отнимают жизни, а наш не отнимает жизни, а наоборот, еще и дамажит понемногу. Так, нам куда-то вниз, вот сюда, как я понимаю, да?
где-то кто-то стреляет уже. Или наоборот, наверх. Что-то я не понял немного. Я тут не пройду. Так. А, вот нам сюда, я понял. Сейчас. По стелс. Не получилось по стелс. Ладно. Ох. Я лучше вот этого, в этого буду стрелять. Он как-то без щита. Стой, 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 дружок. Погоди, погоди. Отлично, мы выжили. Все, вызываем подмогу, потому что мы тут сами так просто не справимся. Куда же нам надо идти? Вот куда-то туда. Впустите меня, впустите. Или еще ниже, может, тут как-то есть, нет? Да нет, вроде нет. Еще один строитель. Что же мне так на строителей везет, а? Надеюсь, по мне там никто не стреляет, нет? Не достанет никто. Надеюсь. Таких кто-то достал. О, спасибо, Жестокос. Спасибо. Спасибо тебе, спасибо. Ох. Жесткач вообще. Даже он попасть уже ни по кому не могу, потому что я уже нервничать начинаю от этих строителей дурацких, которых не пробить. Нет, подожди, не надо, не стреляй. Не надо. Давай, давай, еще разик. Да. Его разорвало наконец-то. О-о-о-о-о-о. Тихо, 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 тихо. Да на тебя. Нравится, когда оно вот это при перезарядке просто бросает. То этот дробовик. Клево очень получается. Патроны, наконец-то патроны. Кстати, о патронах. Что интересного? Давайте накупим патронов-то, а, наконец-то. Потому что без патронов. Так, что-то. Почему все как-то наоборот? Вообще, что происходит? О, вот, сейчас все нормально. Так, есть такое, все патроны на максимуме. Но куда мне надо идти? Вот в чем вопрос. Я что-то пока так и не вкурил. Может, как-то сюда, что ли? Да нет, сюда мы вышли, наверх. Взять приманки для инспекторов. Ну, где мне найти ваши приманки? Кто тут вообще стреляет, я понять не могу. Еще выше куда-то как-то забраться. Как? Я не понимаю. Неужели? Неужели это вот так вот нужно было делать? Отлично. Блин, еще один. На тебя, на тебя. Я ж промазал. Ой. Ну, отлично. О, еще 4 иридиума. Здорово, здорово, здорово. Мы еще сможем что-нибудь себе проапгрейдить. Так, разместить приманки на рекламе Джек. Окей, пойдем разместим. Чувствую себя каким-то, я не знаю, революционером прям. Даже спускаться не хочу. Пойду где-нибудь поверху тут.
Где? Ага, вот здесь. Отлично. Первый пошел. Дальше, где у нас еще один? По мне уже роботы эти дурацкие летающие стреляют. И третий. Наверное, писюны им. Добраться до телецентра. Телецентр в другой, по-любому, в другой стороне этого города. Если можно это назвать городом. Обычно в играх я привык городами называть какие-то места добрые и хорошие. Но тут как-то все по-другому. Окей. И площадь перспектива. Хорошо. У нас тут где-то телецентр, да, что ли? Вниз? Нет, наверное, да, вниз, наверное. Вот, телецентр. О, ребята со снайперками какие-то. Прикольно. А, вот гранаты. Ой. И... подключаемся, нет? О, вот. Загружаем. Загружаем. Отлично. Здорово. Так, щиты. Я даже не посмотрел, какие. Но потом посмотрим, когда будем их продавать. А, все. Теперь, наконец-то мы можем пойти дальше по сюжетке. А, зато мы здесь сделали все квесты. Хотя я чувствую, что нам потом еще дадут квестов сюда. Так, убить двойника Джек. Хорошо. О, вламываю уже так. Неплохо вроде бы. Где? Где наш? Ваш. Наш, не наш, не ваш. Нет. Главное, не успею. Отлично, все нормально. Нет, не нормально. А, вот двойник Джека, да? Уже вот так вот сразу. А, блин, у меня... О, здорово. Жестокус очень-очень вовремя кого-то убил. Просто он безумно вовремя. Так, ребята, вы спуститься не хотите, нет? А то... Как-то все веселье без меня проходит. Уже кого-то убили. Ну, я даже не знаю. Спускаться нет. Нет. Какие-то инженеры бегают сплошные, которые убивают с одного выстрела. Где же ты, двойничок? Джек, а... Нет, это тоже не ты, это тоже инженер. Еще там кто-то, да? Еще инженер. Кулачиной в глаз. И тут эти же ребятки. О, блин, патроны закончились. Вот это плохо. Где он? Сверху? Алло, Алёша, ты где? О, патроны к дробовику, отлично. Давай, бери. Бери, у тебя к дробовику патронов точно нету. О, еще патрончик. Где вы, ребятки? Почему я не вижу никого? Вы, наверное, вообще там сверху где-то, да? Джеки, а, ну вот-то. Вот и все. Вот и все.
Да. Не все, конечно. Сейчас мне будут мстить, как обычно. Но зато мы сделали. Мы сделали это. Мы сделали этот квест, наконец-то. Фух. Круто. Так, активировать теперь что-то надо. Я уже думал, можно свалить отсюда будет. Но не тут-то было. Блин, еще пару. Инженер. А, они вот там вот, наверное, сидят. Я понял, ладно. А, это еще, блин, это еще не все. Нам теперь нужно по этим по киоскам пройтись. А, еще собрать образцы голоса Джека другие. Ну, там вроде бы сопротивления серьезного такого не будет. Я надеюсь. Ладно, так, давайте пробежим быстренько, поклацаем по этим киоскам. О, как я твой щит сломал. Четко так сразу. Отлично. Так, еще один. Оу, а, кто это? Инспектор со щитом. Блин, как ты меня мог убить? Ну и бежим теперь на другую сторону. По-моему, сюда как-то можно пройтись. Этот мы заюзали. Разговорчивый стенд. Информационный киоск. Кстати, вот еще патрончики. Да, патрончики для дробовика. Мне понравился дробовик. Вполне такой знатный. Окей. И давайте теперь последний. Кто-то там стреляет по мне. Но нам это уже не интересно, не интересно. Раз, два. Ой, как так? Опять меня убили. Надо щит какой-то более толстый себе брать, наверное. То, что так на самом деле чересчур быстро убивают. Ох. Ну, это тебе граната. Словишь? Съешь? И на еще одну тебе. О. Нормалек. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Тихо, ребята. Давай, давай. Нет, патроны закончились, как же не вовремя. Фух, мы успели. Вот это на последних секундах. Так. Отправить образцы ангела. Окей. Ого, сейчас меня опять тут загасят. Ну просто не дают мне выбраться отсюда, оно никак. Я-то уже хочу назад в убежище к игровым автоматам. К Моксе. Сдавать им всем квесты наконец-то же. Так, куда? Сюда, вниз. Сюда. Куда? Куда идти, куда бежать? Я что-то не понимаю. Наверное, вниз. Вот сюда, да? Давайте возьмем СМГшечку вот эту. По-моему, сюда нам надо, да? Впустите меня. Впустите. И как же нам отправить образцы ангелу? Расскажите мне, пожалуйста. Отлично. Вот я, по-моему, в прошлый раз, как раз когда играл, здесь я застрял надолго. Я здесь очень долго бегал, не мог понять. Как же мне попасть туда вовнутрь и туда это куда вообще?
Ну, я тут только вижу только вот один спуск, но почему я не могу туда? Почему там двери закрыты? Вот в чем вопрос. Я этого не понимаю. Там точно вниз. Где-то роботы были. Так что, может, каких-то роботов надо еще убить, чтобы открылась эта дверь. Я даже не знаю. Пустите меня. Алло, алло. Вот уже где-то рядышком. Вот тот. Блин, а нету. Где? Тут где-то что-то классное. Наверное. Тоже не тут. Вниз по-любому. Ладно, давайте, я не знаю. Пробежим тут кружок. Может, что изменится? Нет, сюда тоже нельзя пройти никуда. Отлично. Патронов хоть наберу, я не знаю. Ох. Блин, ну это не круто. Дальше делать-то будем? Нет, точно не сюда. Здесь вот робот. Может, тебя убить надо? И тогда нам дверь откроют. Или нет? О, он еще один. Хорошо так горит, если честно, да, неожиданно. Ну, я всех убил. Открывайте мне двери. Или я не всех убил? А, да, я всех убил еще. Сейчас мы ребятам туда настреляем. Можно на самом деле снайперка. Очень удобно. Они стоят так хорошо. Раз, два. И в глазик. Раз, два, три, четыре. Нет, нет, вот уже плохо, плохо, плохо. Давайте, спускайтесь ко мне. А, у него сопротивление огню, кстати. А, ну, тебе тогда не огнем, если ты к огню-то сопротивление. Глаз, глаз. Нет, а, догорел сам по себе. А ну-ка. Давай, глазину, глазину тебе, давай, добей меня, отлично, а я тебя. Ты меня, а я тебя. Как у нас все хорошо с тобой получается. А с тобой, наверное, так хорошо не получится уже. Так просто. Не получится, вот, ты даже сам просто распался. Сам по себе. Какие-то еще больные решили повыделываться. Где вы, ребята? Там вот сверху, да? Я понял. Нет? Почему у вас нету сверху там? Блин, да что ж такое? Ну я всех уже убил. Давай, впускайте меня. Впускай, впускай меня. Гадость ты. Где они стреляют по мне? Почему я их не вижу? А, нет, все правильно. Вот они, ребятки. Так и хотят, чтобы я их там убил. Оп. Один. И второй. Ну, все, теперь меня пустите, а? Пустите меня. Блин, что ж это такое?
Как же сюда зайти-то? Может, еще сюда класснуть надо? Хотя нет, сюда мы класснули уже, да. Все, я уже всех тут зачистил, я просто не знаю. Наверное, я на этом серию закончу, а там уже как-нибудь разберусь, как сюда зайти, и тогда уже мы продолжим в следующей серии, чтобы сильно все это дело не затягивать. И так, в принципе, довольно затянулось. Хотя, все равно никто не смотрит. Какая разница? Ладно, ребята, все, если вдруг таки кто-то зашел, то всем пока, и увидимся в следующей серии. А, кто-то еще приземлился. Ладно.